Подмосковная поэтесса Инна Орлова в одном из своих стихотворений написала такую фразу: «Кажется, налажены пути вспять к рабовладельческому строю». А свое размышление на эту тему я назвал «Почти по Высоцкому». Качусь, качусь накатанным маршрутом, вот молодость осталась позади. А мне бы в юность ветреную спрыгнуть с парашютом, да жаль, не тянет двигатель в груди. И вроде не затоптаны пути назад к рабовладельческому строю, меня к феодализму оползти уже вполне устроило б, не скрою. Да хоть бы и к периоду застоя, и пусть там начерталка и Кабул душевно утешали нас в то время непростое, портвейн, гитары, женщины, футбол. Хочу туда, где речка меж берез, перевернуть которую не тяжко, а не туда, где остеохондроз и где презервативы на подтяжках. Но все закрыто оргии в общаге и лекции с больной головой, и первые беспомощные рифмы на бумаге и забутылкой в очереди бой. А мне туда, где семь раз в день оргазма, костры, палатки, танцы до упада, открытый старость, памперсы, маразм, и морг открыт, но мне туда не надо. Мне надо, я вам точно говорю, туда, где Наде, Любочке и Вере, но хоть на год вернуться бы зарю, в зарю моей сперматозойской эры. Спасибо.